Смотрите, конструкция очень простая. Этот вариант, это просто взятая головка, в свое время такое практиковалось. От стола большого, от мотора большого фрикциона люди отказывались использовать кроме большого маленького стола, маленького моторчика. Это чисто для домашнего потребления. Так, для сравнения, многие очень часто путают подвозчик 51 класс вот с таким вот его братом. Тут маховик есть у меня у этого экземпляра, просто нет снят, не суть важно. По внешнему виду действительно они очень сильно похожи. Товарищи из дружественного, а может и не дружественного Китая, очень сильно и хорошо в свое время подсуетились. Конструкцию настоящего подольского упростили до предела. И вот такой оверлок, а благо по внешнему виду конструктивно он очень сильно схож под брендом 51 класса, заполонили нашу страну там в 80-е, 90-е годы. Ребят, можно паузу? У нас видео не получилось просто. Мы завтра 4 до 18 в Косово. Да. С фотоаппаратом. С фотоаппаратом. Что мы? Ну. Ну, я поеду за карту забирать. Ну, про собаку мы потом расскажем. А китайский оверлок у меня просто видео не получилось. Спасибо за конфеты. И зачастую даже многие ассоциации с 51 классом связаны с не очень высоким качеством.